И снова доброе утро, друзья и подписчики моего канала, с вами снова Михаил. Сегодня у нас наконец-то беговушки, может быть, многие ждали беговую обувь. Это обновленные квесты к нам пришли, Nike OS 4, артикул DA1105, код цвета 02. Ценник 6200 у них, верх выполнен из текстиля, искусственной кожи, подкладка, текстиль, размер я взял 44, давайте их рассмотрим. Внешний вид в первую очередь. Ребят, внешний вид мало чем отличается от квестов третьих. На мой взгляд, промежуточная подошва имеет именно такой же силуэт. И задник тоже выполнен в стиле акулы. То есть, в принципе, ничего нового я особо не увидел, кроме вот этих вот вставочек. То есть, на мыске здесь идет вот такая вставка со свушем Nike. Вентиляция точно такая же, как и в предыдущих моделях. Могу сказать, очень приличная. Сверху идет сетка, вот она даже просвечивается, ребят. То есть получается с двух сторон. Язык на резинке, как вы можете видеть, вот она резинка. Опять же, это с одной стороны плюс, так как нога будет хорошо фиксироваться в кроссовке. С другой стороны минус, если у вас нога широкая и высокий подъем, то вам будет тяжело довольно-таки надеть эту модель. Вот. То, что Nike делает удобную беговую обувь, это не секрет. В принципе, многие это знают. Подметка выполнена из износостойкой резины, как вы можете видеть. Данная модель предназначена для бега по асфальту. Очень похож задник на Nike Pegasus. Очень-очень похож. Ну, задник. И вообще, как бы, немножко так вот у них стиль напоминает Nike Pegasus. Шнуровка здесь вот такая вот средняя, имеются небольшие люверсы. Кстати, вот эти люверсы — это плюс, то есть вы можете затянуть крепко модель, она будет у вас плотно фиксировать ногу. Язык выполнен тоже из текстиля с логотипом Nike West. Подкладка текстиль. Задник довольно-таки высокий, что могу заметить. Стелька у нас здесь выполнена из материала вот такой вот небольшой пенки, довольно-таки мягкая, 2 мм где-то по амортизации. Сот здесь не видно, сотки здесь нету, и это хорошо, это не может не радовать. Данные модели предназначены для бега по асфальту в сухую погоду. В дождь, конечно, бегать в них не рекомендуется, так как могут промокнуть. Все-таки это сетка двойная. По поводу клея, ну так вот сейчас смотрю, вот местами выпирает клей. Может быть, это, не знаю, неужели так тяжело сделать, чтобы вот этот клей не выпирал. Многие говорят, что Nike типа сейчас катился тоже по качеству. Вот, ну не знаю, на мой взгляд, есть модели качественно сделаны, а есть, откровенно сказать, такие как бы с брачком. Вот, то есть тут зависит уже от конкретной модели. Вот эта моделька для бега прям будет идеальный вариант для улицы, для уличного бега. Сейчас я их одену, померю и расскажу о своих ощущениях, ребят. Ну что, друзья, сами все видели. Значит, расскажу о своих ощущениях сразу. Вот эта фиксация ноги, стопы, вот этой резинкой, она своеобразная. То есть, это такая фишка, наверное, этой модели. Но
как лично по мне, может быть, размер, конечно, маловат, но немножко стягивает по ширине. Поэтому советую брать на размер больше. Вентиляция отличная, выше среднего. Амортизация средняя, я бы сказал. Не особо мягкая. У Асиксов-то, конечно, помягче будет, ребят. Кстати, много беговых моделей Асиксов есть у меня на обзоре, ребят. Кому интересно, посмотрите. Вот, но для бега, как вариант, да, вот эта моделька очень даже неплохая. Вот, но лично я, лично на мой взгляд, я бы выбрал для бега все-таки Asics. Я бы все-таки выбрал. Тут, конечно, решать вам. Мое дело вам показать внешний вид. Просто рассказать о них немножко, да. Советую прийти померить данные квесты. Попробовать. Зайдут ли они вам, не знаю, но... Лично мне, в принципе, они понравились. Неплохая моделька, внешне смотрится неплохо. И по удобству очень комфортная. За исключением минусов, то что вот эта вот резинка, вот тут уже надо брать на размер побольше. Ссылочку на покупку обязательно приложу в описании к этому видео, если они уже есть на сайте. Посмотрите. Пока что они без скидки, ребят, это новая коллекция 2021 года. Всем, кому понравилось небольшое видео мое, небольшой обзорчик, ребят, ставим лайки, пишем комментарии обязательно. Кому нравятся беговые Nike, кто больше предпочитает Mizuno, например, Asics, вот тут уже каждому свое. Пишите, кому какие кроссовки для бега больше нравятся, какие бы вы хотели приобрести. Обратная связь всегда полезна, друзья. Ну все, на этом буду прощаться. Желаю вам счастья, добра, хорошего настроения. Носите правильную, удобную, комфортную обувь, друзья. Всем пока-пока.